Меня зовут Петр Банков, я плакатный дизайнер, живу в городе Прага, делаю плакаты и ловлю рыбу. Мне кажется, что на этот вопрос ответить невозможно. Это история про счастье и разочарование. Я думаю, что три главных имени это для меня лично. Это Игорь Гурович, Кулачок и Сергей Серов. Главное достоинство, по моему мнению, это отсутствие страха, потому что никто и ни на что, в принципе сами, не надеется, и никто ничего от этой профессии, ничего, в принципе, не ждет. Недостатков я в нем не вижу, потому что только одни достоинства. Про дизайн вчера, сегодня, сегодня-завтра, я думаю, что здесь есть четвертое слово – навсегда. Навсегда, да. Наследие русского авангарда, я бы уточнил слово конструктивизм в первую очередь, потому что это самое интересное. Наследие русского авангарда, оно прекрасно, потому что оно дало массу имен, которые используют это наследие, его любят и не стесняются подчас достаточно точно копировать приемы и разные стилистические образы, стилистические ситуации, какие-то типографические. Это гигантская школа, которая дала, там, не знаю, Тадано Риёко миру, там, Пол Шер, наверняка, ну и еще массу-массу звезд. Мой отец Абрам Львович Кутиков, промышленный дизайнер из города Минска. Он меня научил важной штуке – любить свою профессию. Тремя словами – страшный дизайн, грубый дизайн и, наверное, пофигистичный дизайн.